Что там за бивисы вообще? Смотрите, посмотрите, что происходит. Конфликт сейчас, конфликт. Ну все, блядь. Пиздец, Ниссан Мулет доказал, что-то доказал кому-то. Ну я не знаю, там кто прав, кто не прав, конечно. Как по мне, два дебила просто, вот и все. Потому что таксист не уступал. Ну то есть специально ехал, чтобы ниссановод не проехал. А потом уже Ниссан ему как бы в ответ. Но начало я не видел, поэтому я думаю, оба как бы дурни. О, АГВ. АГВ, братан. АГВ. Блять, он не видел, не видел. Увидел в последний момент. Он реально не видел меня. Вы колеса видели просто у этого трактора? А это что такое спереди? Это нормально? Здорово, братан. Ну все, ребят, всякие электросамокатчики победили. В общем, дорога теперь принадлежит им. Видите, то есть едет, вообще ничего не боится, как бы. Сзади кто услышал кого-то, продолжает ехать посреди дороги, то есть, ну, вот. Скоро банды будут появляться, может, это, кстати, уже такой это бандит чисто на электровелосипеде был. Есть же скутерные банды в Британии, вот скоро будут электросамокатные банды. Будут сумки воровать и так далее. Росгвардия трясет чуваков в лесу. Походу, походу подозрение на закладчиков. А я ищу место для обзора. У меня есть, у меня есть просто превосходное алиби. Я ищу место, чтобы обзор сделать. Не в Канзасе, это Москва. У-у-у, фонтан. Передвижной фонтан. Изобретение товарища Собянина. Передвижной фонтан. Он еще играющий, видите? Я такой во Владимире видел, но там стационарный. Там как бы человеческая мысль пока еще не дошла до того, чтобы передвижные фонтаны делать. А в Москве, видите, все для людей. Все для людей. А что не так с этим Мерседесом? Вот в чем вопрос. Почему он какой-то, я не знаю, фреской отделан. И на нем написано Декор Тайм. Я, наверное, прорекламирую сейчас какую-то контору по отделке квартир или что-то в этом духе. Но Мерседес-то прикольный. Вон, смотрите, какая тема. Думаю, вам из-за стекла, правда, не особо видно. Вон, смотрите. Найс. Найс. Как будто этим
раптором сделан, только с узорами. Чел сейчас в такой позе стоял, с таким уверенным лицом, просто хозяин автобусной остановки, альфа-самец автобусной остановки, вожак автобусной остановки. Блять, что это такое, нахуй, ебаный в рот? Вот что это такое сейчас было? Объезжает полицейский человек. Я согласен, что тут много полицейских, конечно. Но ехать ты хотя бы, блядь, ты пропустить должен тогда, потому что там вообще не имеешь права быть, блядь, если что так-то. Начнем с этого, как бы, да? Едет, то есть, ну, там, где машина, ну, где парковка. Там нет дороги сквозной. Тоже победит Яндекс.Человек или Деливери Мэн. Смотрите, идут на равных просто. Идут на равных. Яндекс.Человек впереди. Ну, Яндекс.Человек победил. Деливери, смотрите, еле в горку заезжает. Вообще сил нет. Вот вам как бы и ответ, да? Где заказывать еду? Камару сломался. Или это корвет? Корвет. Беда, беда, беда. Ой, везу что ли кого-то, посмотрите-ка. Братан, я за тебя в душе. Да прям колонна у них, просто посмотрите-ка. За что, братан? Там целая куча, но это, по-моему, это гастарбайтеры типа того. Так что, в принципе, вопрос отпадает, за что. Я братана хоть развлеку напоследок. Блять, надо их обгонять, конечно. Смотрите, блядь, 34 машины, нахуй. Какое-то японское зло просто из 80-х годов. Знатоки сейчас, наверное, за голову взялись. Да как можно не знать? Это же там Toyota Crown Ace Uber Edition 86-го года, второй половины. Как можно это не знать? Причем какого-нибудь австралийского рынка. Как не знать? Все, дизлайк, отписка, Russian Biker. Звук это просто сразу останавливает человека от дальнейших действий неправомерных. О, кстати, может полицию взять на вооружение Файзера? Слушайте, в натуре такой подъезжаешь издалека, да, на прямотоке. И типа все, кто нарушал, перестают это делать. Особенно когда привыкнут, что типа полиция едет с таким звуком. Прикиньте, какая тема я придумал. Я считаю, ДПС мне должна денег за это, как бы за эту идею. Фига, смотрите, в КамАЗе какая бочка. Обалдеть. А почему просто тогда без кузова бочку не поставить? Загадка для меня. Да
Да ёб твою мать-то, ты, блядь, хоть посмотри перед тем, как ехать-то, блядь, а? Отец гоняет умеренно, сын гоняет уверенно, внук БМВшник, правнук каршерингист. БМВшник, не здрасте, не до свидания. Все как всегда, я ему уступил. У чувака воблинг, по-моему, начался. Он просто не может его погасить. Видите, какая опасная все-таки штука воблинг. Собянин, блядь, он удивляет с каждым разом. Просто посмотрите, искусственный дождь в Москве. Ну где такое еще? В каком городе мира есть искусственные дожди? Когда жарко, ваш мэр о вас заботится и делает прохладно. Это что едет? Персонаж из «Я робот», что ли? Фанат... Фанат Кет? Как они там называются, я не знаю. Фанат Кет, в общем. Надо подускориться тогда. Если детям по фану, то и мне по фану, я так могу сказать. Всем привет еще раз. Уже сезон, я езжу на мотоцикле, привезенном под ключ с японского аукциона. Еще раз. С японского аукциона. Под ключ. Под ключ. Всем привет с японского аукциона. Уже сезон. Всем привет еще раз. Сезон, я езжу на мотоцикле, привезенном под ключ с японского аукциона. Под ключ уже сезон.